Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Diablo 2, Lord of Destruction. Вот. Чего? Мы 25 уровень, варвар, с алебардой, качаемся на концентратора. Вот, третий акт у нас сейчас квест-лог. Да, мы вот Find Halim's Relict, Search for... Ну, короче, нам тут нужно найти глаз. Вот, в прошлой серии мы с вами нашли мозг Халима. Я даже не знаю, что будет, если мы сейчас найдем глаз после мозга, да? Посмотрим, короче, что будет. Так, единственное, нам нужно сейчас это самое. Так, миньоны. Так, ладно, хорошо. Нас заморозили, плюс отравили. Вот, мы уже и отморозились, и вылечились. Healing Potion, антидот. Так, давайте сразу в город. В доки Кураста. Добрый день. Добрый день. Так, это чё? Фигня. Это все фигня. Это все продаю. Да, у нас, кстати, потом... будет, наверное, шлем получше. Варварский. Планирую найти какой-нибудь. Там есть классный, короче, шлем такой, немножко закрытый, с крыльями. Вот. Так, куда нам пиликать? Нам пиликать, да прямо вот, вот мы здесь, и нам прямо вот сюда и надо, наверное. Великое болото. Бежим. Хлобысь, все. Минус шаман. Так, вот эти птицы синие, мы, конечно, их уже видели в прошлых сериях. Вот, но, как вы поняли, это из первого акта, птички. Только вот, ух ты, миньоны, где-то сильно. Так, сильного убили. Блин, а я даже у этого главного не посмотрел. Не посмотрел, как его зовут даже. Вот он лежит. Но спасибо, что в этот раз не в воде. Его победили. Итак, это Борис из будущего. Вы видите, что сейчас я немножко и в измененном состоянии. У меня корона тут. Точнее, у варвара. Да. Все дело в том, что конечная запись, конечная серия итоговая, она покосячилась именно вот на этом моменте. Вот, не знаю, это уже второй раз вот такой вот, когда Adobe Premiere рендерит покосяченную версию файла итоговую. Вот, если кто смотрит прохождение по игре Vampire Survivors, вот, уже могли тоже столкнуться с такой же проблемой у меня, да. Там даже целых две серии покосячилось, и вот как раз одна из них именно вот по этой причине покосячилась. Пришлось перезаписывать ее. Вот, и здесь абсолютно точно такая же штука. Короче, покосячилось видео, я немножко расстроился, совсем капельку. То есть это не то, из-за чего можно вообще расстраиваться сильно, но из-за этого у меня начались тупники, начинал перепроверять видео. Первый раз перепроверил, подумал, что...
большая часть видоса пропала. Короче, начал записывать вставку, точно такую же, это вот не первая вставка, которую я записываю в первый раз в этой вставке. Я, короче, начал объяснять, что вот я пошел вот сюда по карте, начал рассказывать, что я тут вот в этой норе паучьей начал искать глаз Халима, вот, потом опять затупил, прекратил записывать, перепроверил все сохранившиеся, точнее восстановленные части серии и обнаружил, что у меня все основное тут есть, вот. И как раз вот посередине, ну там буквально минут 10, может быть, я не сохранились. Короче, такие вот дела. Вот. Я на самом деле не собирался палить варваров в таком виде, чтобы вас не смущать. Но раз уж я это сделал, смотрите, я когда первый раз бегал по карте и объяснял, что и как я тут, что я и как тут делал, я набрал в инвентаре вот такие вот вещи. Вот он, глазик. Давайте, раз уж на то пошло, я этот глазик обратно положу. Короче, немножко проспойлерю. После вот этой серии будет еще три. Вот. В них вы увидите, как я корону нашел. Ну и что я там делал еще. Вот. И вот после этих трех серий, вот после вот этой вот, будет серия, где я вначале возьму и открою инвентарь. Скажу, вот, смотрите, вот такие вот вещи, вот такое вот количество золота у меня. Вот, чтобы вы поняли, почему у меня разница в вещах между предыдущей серией и вот той, которую я буду записывать. Вот, это чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Что хочу сказать. Ну, повторюсь, все важное по сюжету у меня тут есть. Глаз, как я находил глаз Халима, это я записал. Честно, я уже не помню, что я делал вот в этом фрагменте, который не восстановился. Но я думаю, что это не так уж важно. Возможно, я раскрыл вот эту вот всю карту. Вот эту вот часть, которую вы сейчас видите, да? Полупрозрачная. Может быть, в какой-то серии я уже записанный, возможно, я это сделал. Я просто сейчас на память все вспоминаю. Короче, ладно. Не помню, что я там в этом удаленном моменте, точнее, невосстановленном моменте делал. Самое главное, что логическая цепочка у нас сюжетная не разорвана. Для меня это главное. Вот. Ну а сейчас давайте продолжим смотреть то, что будет у нас сейчас после вот этой вот части, которая должна была быть, но вместо которой я записываю вот данную вставку. Так. Антидот. Ладно, тут у нас мало места опять. Добрый день. Добрый день. Да. Слушайте, ну продавать этот шлем. Но он белый. Барбариан онли. Вот это вот я одену. Да.
Наверняка можно тут как-то в нем дырки сделать для камней и... И что-то там такое классное сделать. Руны вставить. Там же еще всякие рунные слова можно делать. То есть это руны просто в определенном порядке вставляешь. И получается какая-нибудь штука крутая. Так, да, вот сюда мы пришли. Шлем вам показал. О, слушайте. Вот, помните, я что говорил? Когда вот начал проходить вот этот третий акт, я ж помните, вам рассказывал, что тут вот эти вот... Сейчас, короче, будет еще одна нора паучья. Вот. И тогда у нас получается реально две паучьи этих самые норы. Вот она, кстати. Да-да-да, это вот. Я тогда, помните, говорил, что две паучьи норы, непонятно в какую идти, поэтому иногда приходится, если ты... Да, правильно... ну, повезло тебе, значит, ты в ту, эту самую нору попал. Вот, смотрите, вот здесь по карте вот одна нора, это вот мы в нее приходили. А вот это вот мы прошли мимо, потому что я не заметил тут проход. Вот, и вот здесь вот сейчас у нас будет... это самое... глаз Халима. Глаз Халима. Так вот, паучки красные и зеленые. Вот, смотрите, видите, вот с краешку стоит сундук. Вот именно в нем Цестус, Хэнс. Да, по звуку. Вот, Халим Ая. Так, вот мне сейчас интересно будет. Серж, найдите сердце Халима. Типа под базаром Кураста. Да, так, видимо, так как я мозг уже нашел, игра сказала, ну, раз мозг уже нашел, значит, пропускаем. Иди ищи сердце. Ну и ладно. Ну а что делать, если я мозг нашел первее глаза? Короче, да, я думаю, сейчас я закончу изучать вот это вот паучье логово. Вот он, кстати, глазик. Только он может показать верную дорогу к Мефистофелю. Положи глаз в куб вместе с остальными реликтами Калима. Вот. Я, короче, помню... прикалывался игрой слов, типа... Да. Соберем... Кто соберется у нас, когда мы соберем все вот эти ингредиенты Халима? Соберется у нас под Халим. И будет рядом, короче, с нами бегать. Вредные советы давать. Как в этом самом... Во Властелине колец. Который там... Ну, помните? Такой мерзкий мужик.
гнилоуст, вот. Вот такой, короче, гнилоуст из хорадрического куба вылезет и такой будет с нами бегать, доставать нас. Будет всякую фигню говорить противную. А мы ему будем ляпасы давать за это. Так, еще. Так, отдвигаем. Так, сейчас мы тут серединку изучим. Блин, не успел. Вылупились. Так, и осталось только вот здесь вот чуть-чуть всего распознать. Так, не тут вход. Кстати, вот так вот можно. Два двуручных меча. В двух руках. Тир. Ну-ка. Килл. Короче, у меня опять... Я тут почему немножко стормозил. Короче, у меня край экрана вот где находится. То есть вот эти вот миллиметрики у меня за экраном. Они у меня в ОБС-ке зато видны. Видимо, из-за разрешения монитора у меня как раз вот эта часть и не показывает. Вот, у меня expansion. Вот, вот эта вот последняя буква N. Здесь у нее совсем вот краешек виден. А вот здесь вот версия 1.14D. У меня только вот 1.14 видна. А буква D уже не видна. Так. Это вот я чисто вот отвлекся. Короче, сейчас мы выходим из пауков. Чисто чтобы проверить, что тут у нас изучено, а что нет. А, кстати, первая локация, между прочим, вот у нас город. Так, смотрим, вот здесь вот мы были. Так, вот здесь вот тоже были. Ну все, у нас тут, видите, сейчас как-нибудь... Не совсем понимаю, почему я, когда нажимаю на налево, у меня карта пере... Ладно. Тут все наоборот. Короче, нажимаю вниз, карта вверх. Перемещается. Нажимаю вверх, карта вниз перемещается. Короче, это не важно. Короче, вот здесь у нас только вот. Вот здесь начинается Кураст. Вот. И нам нужно будет туда пойти. Вот, а сейчас, чтобы не бегать в город, опять перезайду за персонажа, чтобы сразу оказаться в городе. Ну, кстати, смотрите. 26 уровень. Офигеть. Это мне, считайте, 4 уровня осталось вот до ульты, до берсерка и до... Вот, я не знаю, может быть, это я один такой, да, но вот эти вот последние... Последние скиллы, я считаю, их этими самыми ультами.
Так, ну концентрейт, он у нас от берсерка. Так, плюс 100% Magic Damage. Вот Magic Damage это вот варвару, наверное, ну не знаю, надо или не надо. Вот, ну просто в дальнейшем, когда на более сложных уровнях сложности буду проходить, будут встречаться ребята, которые, у которых есть иммунитет к физическому урону. И тогда вот этот берсерк, он, наверное, поможет. Вот тупо чисто магическим уроном бомбить их. Вот, но я на самом деле не знаю, может быть, на высоких уровнях вот этот берсерк, он и вообще нафиг не нужен. Я ж только сюжетку проходил, и то на нормале. Лично для меня прохождение игры заключается вот именно в прохождении на, ну, в прохождении сюжета. Ну вот, конечно, есть ребята-задроты, которые которые со мной не согласятся. Которые будут настаивать на том, что прохождение игры Diablo это, ну, заключается в том, чтобы пройти сюжетку на всех уровнях сложности, но лично для меня это, ну, немножко задротство, да? И, скорее всего, вот этим задротством я буду заниматься, ну, не в этом прохождении, по крайней мере. Вот, а в следующий раз, значит. Короче, да, я думаю, что вот сейчас можно немножко закончить. Вот так, как всегда, вот сюда встаю. Собственно, вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Это была игра Diablo 2. С вами был Однорукий Борис. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Thank you.